51-летняя жительница Якутска пострадала во время взрыва на складе боеприпасов в Абхазии. Женщина находится в республиканской больнице Сухуми с легкими осколочными ранениями. Ее жизни ничто не угрожает. Всего в списке пострадавших от взрыва числится 33 человека. Все они туристы, приехавшие на горячие источники. Взрыв на складе Минобороны Абхазии произошел 2 августа. В результате 2 человека погибли, еще 64 пострадали, в том числе 3 детей. Военная прокуратура Абхазии расследует произошедшее.